Всем привет, с вами снова Виталий, и сегодня мы с вами при помощи веб-интерфейса будем включать и отключать светодиод на плате WiFi 32. Переходим в веб, здесь вы можете подключиться к своему роутеру, либо сделать свою точку доступа. Я сделаю свою точку доступа, и у меня телефон будет подключаться к плате. Переходим в веб, далее можно с вами отобразить текст, например, текст LED. Далее давайте сделаем изначально кнопочку. Переходим в веб, кнопочка под номер 1. И кнопочка под номер 2. Одна кнопочка у нас будет включать светодиод, если мы прописываем ON, а вторая кнопочка у нас будет отключать светодиод, прописываем OFF. Переходим в вход-выход, и светодиод у нас подключен во второй цифровой пин. Следовательно, где ON на второй пин отправим значение 1, а где OFF на второй пин отправим значение 0. Загружаем программку на плату WiFi 32 и давайте посмотрим. Окей, загрузочно. На телефоне включаем Wi-Fi и ищем сеть ESP32. Видим сеть ESP32, я до этого уже подключался, следом вам нужно к ней просто подключиться и далее перейти в маршрутизатор. Копируем данный IP-адрес, переходим в браузер, вставляем данный IP-адрес. Переходим, и у нас две кнопочки ON-OFF. Если при нажатии на эту кнопочку, светодиод у нас включается. При нажатии на вторую кнопочку, светодиод у нас отключается. Теперь рассмотрим второй тип кнопочки. Это кнопочка Touch. Отобразим ниже кнопочку Touch. Первую, вторую мы уже с вами используем. Теперь выбираем третий, четвертый. ON-OFF. Здесь мы с вами включаем, а тут отключаем. При нажатии будем включать, при отпускании будем отключать светодиод. Загружаем на плату WiFi 32. Окей, загрузочно. Нам нужно снова переподключиться. Окей, видим, телефон автоматически подключился. И мы можем перейти в браузер. Обновим страничку. И у нас появилась еще одна кнопочка. Нажимаем. Горит, отпускаем, отключается. Здесь веб-интерфейс простенький, чисто чтобы показать, как это может работать. Далее вы уже можете кодом дорабатывать и создавать свой дизайн кнопочек, перейти в разработчик и разработать блоки, содержащие HTML-теги, и прописать данные кнопочки, либо считывать значения. Если вы посмотрите на код, то вы здесь увидите обычный HTML-код. То есть видим тег title страницы, CSS и так далее. Вот видим кнопочка, сделанная из ссылочки, и к этим кнопочкам вы также можете прописывать стили и так далее, используя блоки разработчика. После данной блоки вам нужно будет устанавливать вот сюда. С одной стороны, вы можете разработать эти кнопочки с нуля и сделать их лучше, прописать свой дизайн. В дальнейшем на эту тему видеоурок будет. И там мы будем с вами создавать кнопочки разных дизайнов, разные веб-интерфейсы, и в итоге все это отображать на веб-странице. Также здесь есть возможность отправить на рабочий стол. На экран домой отправляем, кликаем «Добавить». Если на рабочем столе у меня появилась иконка. Когда я ее открываю, у нас открывается не в браузере, а уже на весь экран, и вы можете спокойно управлять. В этом видео у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Виталий. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока и удачи в разработке новых проектов.